Дорогие друзья! Приветики, приветики! Как вы поняли по названию этого видео, будет челлендж в одном цвете. Вы спросите, а как это? А я вам сейчас расскажу. Это означает, что нам вот здесь выпадет случайный цвет из этих всех цветов. Да, и мы должны будем построить домик только в этом цвете. И да. Больше ни в каком. Да, нам запрещено. Вот если, например, мне выпадает красный, то я не могу использовать другие цвета. Только предметы, где есть красный, либо он состоит из красного в большинстве случаев. А если, например, мне выпадет, не знаю, желтый, или, например, Тасе выпадет розовый, то надо будет использовать чисто розовый цвет. Да, да, я думаю, все понятно. И... А, вопросик дня, вопросик дня! Да, и лайки. Короче, дорогие друзья, чтобы поддержать этот челлендж, прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий на канале. Да, и вопросик дня, он очень простой, но очень крутой. Напишите, какой ваш любимый цвет. Вот мой любимый цвет это оранжевый. Блин, я не знаю, выпадет мне оранжевый или нет. Но если не выпадет, я не расстроюсь, но оранжевый это мой любимый цвет. А у тебя какой любимый цвет? Ух ты, а я люблю такой вот фиолетовый, даже больше пурпурный, я не знаю. Вот ну как у тебя кофта, кофта, пурпурная, да. О, да, пурпурная. Все, пишите в комментариях, друзья, какие у вас любимые цвета. Цвета. Я не знаю, ну у меня вот с детства был оранжевый, и он до сих пор остался, как, значит, такой, прям солнце, короче. И у меня тоже так же. Самого детства. О, кстати, ты знаешь, что вместо того, чтобы солнце заменять растением, используется фиолетовый цвет. Ну, я очень похожа на растение. Получается, ты растение. Я цветочек. Цветочек. Все, друзья, написали в комментариях. Ну, а мы начинаем. У нас стоит здесь вот раздатчик. Он выдает случайные цвета. Вот все, которые здесь есть. Белый, красный, синий, фиолетовый, коричневый, зеленый, вернее, темно-зеленый, розовый, зеленый, желтый, голубой, фиолетовый и оранжевый. Так, ну чё? В общем, все. Давай. Так, ну чё? Я жму, я встаю вот так вот. Буду жать. Так, раз, два, три. Три. О, мне выпал красный. Вау, красный. А теперь? Ну-ка, моя давай. Очередь. Твоя очередь. Я хочу пурпурный, хочу пурпурный. Ну-ка, давай. Оп, и... Голубой, ну тоже неплохо. Голубой. Ну почти как синий, справа синий, слева красный, так я выгляжу, опасный, срифовал, опасный, красный, крестный, перекрестный, постный, высокосный. Так, ладно, ну что, друзья, заходим в креативный режим, у нас сейчас, короче, тоже вот заходи, и у нас сейчас, короче, будет все соревнование, нам надо построить что-то из этих оттенков. Нам надо построить нашу крепость. Так, ну все, время пошло, погнали. Ого, ого, что-то так быстро. Все, друзья, итак, я, короче, стартую. Посмотрим, у кого будет. А наши зрители в конце видео, они скажут, у кого получилось круче это сделать. Надеюсь, знаешь, я. Ну, надеюсь, Женечка. Я тут такое сейчас сделаю, ты вообще офигеешь. Так, я ставлю вот эти. Ну, как образом. Обычно. Так, у меня. Я, мне кажется, все, нету шансов. Я уже сдаюсь. Все, отлично, Тася сдается. Победа, короче, за мной. Так. Слушай, я, наверное, построю какой-то замок. Синий же это же лед, правильно? Эльза! Эльза! Да! Короче, прикинь тебе, что выпало, ты можешь. Короче, Тась, если ты обкекаешься, я это. С тобой дружить не буду. Не надо так говорить, я буду стараться. Но если ты такую постройку не построишь, я на тебя обижусь, короче. Потому что Эльза мой любимый персонаж. Да, ну. Да. Так. Серьезно? Серьезно. Ого! Ого, ты прикинь, насколько. Если ты запортал... О, как, по идее, вот эта штука называется Red, но она как бы и с белыми вставками. Ну, по идее, ее можно юзать. Я говорил, если на есть элементы красного, то я юзаю. Ну, у да, тебя, у тебя так же, то есть, если у тебя есть элементы голубенького, то ты тоже можешь, типа, использовать. Я уже вижу, у тебя, походу, замок получится, вот эта вот крепость, а у меня, ну такое, у меня будет маленькая халабуда. Давай, старайся, да, ты там, это, как бы, старайся. Ну, стараюсь. Страшно. Так, мы как бы, друзья, не поддаемся. Потею. Давай, потей, короче. О, я сейчас тут такое, кстати, сделаю, друзья, вы сейчас просто офигеете. Тась, ты тоже офигеешь. Да ладно. Да ладно, вот тебе и шоколадно.
Да. О, нифига, да, рифма? Заговорили, да. Я, короче, это, ты не думай, ты не рассуждай. Ух ты, а интересно, а вот такое окно получится поставить? Ого. А, оно слишком гигантское. Так, я что-то придумала, передумала. Тась, ты не думай, ты не рассуждай. Ага, ага, да, да, не-не-не, я не умею, я ничего не знаю, я вообще, я тут, моя хата с краю, там все дела. Да-да-да. Подожди, что там? Ого! Остановись и забудь! Выбран тобой путь. Так, ну-ка не подсматривай, тут не такое не надо. Надо-надо. И это такое... Кстати, все, я построил. Чего ты там построил? Всё, ого! Домина такая классная. А это зачем у тебя дом? Это дом для кого? А? А? И это, короче, не скажу. Так по-какому так? Почему ты не скажешь? Это будет вообще крутой домик. Я сейчас такое делаю. Ох, ух ты, нифига, друзья, что придумал так. Я сейчас такой скандал учиню. Так. Тут у меня будут красные стульчики. У тебя там не будет красных стульчиков. Да здрасте! Так. Так, я тут, короче, возвожу вот так вот, возвожу. Ага, вот так вот. Ага, ага. Я тут такое делаю. Ой, Женя. Ну, давай. Красотища. Давай, давай. Так, вообще. Вот, смотрите, у меня, если что, друзья, видите, написано red. Red это по-английски красный, то есть классный, как хотел сказать. Классный, тоже классный. О, я сейчас тут такое придумал. То есть, мне кажется, короче... В смысле? Тебе ты надо, чё? Тебе надо как бы уже все сразу авто проигрывать. В смысле это как? Ну, скажем так. А никак, Женя, давай не будем вот это вот. Все, ты просто проиграла, все автоматически, короче. Я не знаю, я не при делах, все. Это у тебя какой-то новогодний домик, что ли? А новогодние домики все нравятся. Неплохо, да? Как бы этот... Ну, блин, ну. А теперь тут еще кое-что делается. Тут ой-ой-ой, что делается. Ой-ой-ой, ты видишь вообще, нет? Да я вижу, я наблюдаю. Вижу, наблюдаю. Так, вижу, наблюдаю. Ну, та сейчас и остается просто наблюдать, короче. Осуждаю, конечно. Чисто, смотрите, я ее чисто потраливаю. Так, чисто слегка, короче, друзья. Чисто слегка. Это дает мне больше мотивации, между прочим, делать что-то красивое, классное. То есть, получается, чем больше я как бы на тебя гоню, тем, типа, круче результативность. Я правильно понимаю? Ну, как бы, да, даже не. Отлично, так, будем на тебя сильнее тогда гнать. Ну и прям не надо так сильно прям. Так, интересно, а если... Так, давайте, друзья, посмотрим, что у нас есть еще из красного цвета. Из красного цвета у нас есть красная дверь, есть красная гитара, есть тихо, Жень, ты чего разогнался там так, а? Короче, тут красная есть палатка, рядом будет красный лежак, рядом будет красный диван, в доме будет красная лампа. Мама мия, что творится-то? Красная дверь, я не знаю. Тась, мне кажется, тебе уже надо все, как бы, сушить сухари, как говорится. Так, я ставлю, короче, красный этот, гитару. Ну, ты, конечно, как скажешь. Ой, да. Так, здесь вот так делаем, тут ящичек. Как у тебя там дела? Рассказывай, как говорится, излагай, бродяга. Как у тебя? Я тебе ничего не скажу. Почему? Чтоб ты меня не украл идеи мои. Опа, так. О, смотрите, тут по центру будет такая кровать. Ёшкин, матрёшкин, поварёшкин. Да это ж вообще дичь какая-то получается. Жень, что за дичь-то там получается? Я не знаю, мне кажется, это вообще жёстко. О, блин, я бы сам в таком доме жил. Ого! Ого! Красный, только сейчас. Так, ну-ка. Блин, ты чё там такое делаешь? Чё? А? Чё это просто? Ты чё? Просто... Ты в моём голосе слышишь вот этого? Я слышу, я слышу. Чисто у Таси панику. Слышите, друзья, в голосе чисто Таси панику. Я слышу. О, тут гитарная будет установка. Будет стул компьютерный. Будет, короче, чё ещё будет? Ковёр красный. Если так подумать, то у меня по сравнению с твоим, конечно, домом вообще ничего не будет. Ну, по ходу дела, Тась. Ну, как говорится, кто как старается, тот как бы у того так и получается. Так, вот, ну-ну,
Получается. Стараемся, стараемся. Стараемся, да. Точно. Стараемся, конечно, ты чего? Отлично. Как тут не стараться-то? Ну, так. в натуре. Так, сейчас здесь коврина. Работаем, о, такой работаем. Коврина постелил. Так, барабанную установку в студию просто. Офигеть, то есть тут, короче, такой-то, я не знаю. Мне кажется, мне пока только это кажется. Угу, и чё тебе там кажется? Ты проиграла, Тайс. Честно, я всю серию Тайсона дизморали, короче, вывожу. Просто дизморали по-чёрному. Разве так можно? Можно, чисто в этой серии можно всё, короче. Ой, сейчас ещё помидоры, помидоры же тоже красные. Помидоры красные. Так. Что, синего не так много оказалось. Да нифига, там очень много. Давайте сейчас посмотрим, давайте вот, друзья, сейчас просто я введу. Вот, смотрите, чисто я ввел синий, смотрите, офигеть здесь предметов, тут и гитара есть синяя. И да тут все есть, Тайс, что ты мне рассказываешь? Вон и будильник есть синий, так и кровать синяя. Так у меня же немножко другое, я же не домик уютный строю, я же делаю домик Эльзы. Ну и Эльза пусть на барабанах играет. Ты чё? А чё? Эльза же так не делает. А у нас делает, ты чё? Прояви фантазию, Тайс. Это у кого? Это у кого у нас? Так, да. я сейчас делаю крышу. Мне кажется, вот так вот будет очень прикольно. Так, ну-ка. Так, ух так. Ты, у меня так уютно получается. Кстати, я поставила, значит, диванчик. У меня тут, знаете, такие окошечки. У меня, значит, тут такая есть шерсть. Она так, блин, красиво, реально классно. Блин, ты уже проиграл. Все. Вот это все твое вяканье. Это просто вяканье. Оно не останется, понял? Так, окей, друзья, все, давайте мы это как бы запомним. И как бы мы тут уже почти достраиваем все. В смысле, почти достраиваем. Ну, вот так вот. Получается, вот так. В смысле, почти достраиваем. Ты че? Ну, мне осталось, я не знаю, крышу только сделать, и у меня все будет готово. Я тебе серьезно говорю, Тайс. Я тебе советую чисто чуть-чуть ускориться. Чуть-чуть. Ускоряется. Максимально, короче. Просто максимально. Так, я вот уже доделываю. Все, я сделал. Че? Ого! Да ну не так быстро, ну не надо так быстро было. Да ладно, я еще не сделал. Давай, достраивай, у тебя есть еще маленечко. Маленечко времени есть. Пока я доделаю макушку. У меня уже все. Все, теперь... Не, ну ты достраивай. Вау, блин, мне самому нравится. Офигеть. Ну я вижу, там у тебя реально красиво получается. Прям ну, красиво. Это прям красиво. Карамельный дом какой-то там. С доброго Санта-Клаус. Слушайте, ну это. Так, а есть что-нибудь, ну как, красный? Ну-ка, сейчас, подождите, красный, значит, опасно. Так, сейчас. О, есть еще красный тюльпан. Есть, короче, вот такое. Есть вот такое. О, есть еще вот такое. О, да тут еще дофига чего есть. Я еще много чего не поставил. Вот это да. Вот это я, конечно, попала. Тайс, ты вообще попала по полной программе, я так скажу. Страшно. Страшно, да, от того, что я так попала. Так, все, сейчас, короче, как... О, сейчас, смотрите, цветочки насадим. Красные тюльпаны. Считается же за красный, по идее, считается. Считается. Считается, так. Здесь у нас будет диван красный, здесь колокол. О, светильник еще. Красные тоже. Ого! Ого-го-го-го! Короче, Тайс, ну... Мне супер-супер интересно, мне супер-супер страшно. И это очень хорошо, потому что... Я переживаю, кстати, очень сильно. И это просто замечательно. Чем это замечательно? Почему это замечательно? Всё, я переживаю. Да, да. О, все, смотрите. Офигеть, я, получается, я все сделаю. И как это ты все сделали? А, нет, еще вот это не сделал. Ладно, живи. Так, сейчас это сделаю. Спасибо. Так, сейчас вот здесь тумбочка. На нее что-нибудь поставим. Что бы на нее поставить? Что еще красное есть? Ну-ка, сейчас посмотрим. Может, я что-то пропустил? О, я пропустил. У тебя кровать красная? Красная. Так, цветы красные? Красные. Ёли-пали. Что там еще красное? Я все. В смысле все? А я не все. Ну, значит, короче. Как говорится. Как говорится?
Же никак не говорится. О, ну слушайте, ну прикольно, прикольно тоже, кстати. Смотрите, прозрачное такое, легонькое. Если у меня типа напрягает глаз, то здесь как бы так лайтово все. А что это чисто? Это зал заседания Эльзы, что ли, она типа... Ну да, это такое ее, да, есть такое. Ну все, Тась, как бы по правилам, надо было строить быстрее, время вышло. Извиняйте. А что, так быстро, что ли? Ну да, все. Да не быстро же. Ладно, даю минуту, чисто, смотрите, друзья, я чисто из-за того, что как бы, то даю минутку. Чисто Тась, я даю минутку. Минута пошла, я прям, смотрите, я сейчас беру телефон, я прям засекаю. Так вот, я сейчас засекаю, как вот. Секундомер. А, вот, таймер, 1 минута. Все, одна минута ровно пошла, я прям реально засек. Сейчас у меня просто супер-пупер быстрая рука. Та самая быстрая, блин, на диком западе. Давай, включается давай. В работу. Давай, включайся. Пусть. И прикинь, сейчас Тася все собирает. Пусть. За секунду. Так, смотрите, ставит горшки из льда. Неплохо. Очень на это похоже. Так, давай. 40 секунд уже остается. 40 секунд. Так, давай. Быстрее. 33 секунды осталось. Куда 30 секунд, 30 секунд. Я ничего не знаю, Тась. Уже 25 секунд. Смотрите. Памс. 20 секунд уже. Ой, быстрее. Тупси. Это, вот здесь. 15 секунд. Так. Вот так. 10 секунд. Сейчас. 10 секунд. Вот сейчас уже зазвонит, короче. 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Я успела! О, слышишь? Да, я успела! Все. Ну, в принципе. Друзья, оценивайте в комментариях, я ничего не буду говорить. Ну, я старалась. Это замок Эльзы, а чё? Вот, зацени, что здесь, наверное, красно. Барабанная установка, палатка, короче, ковер, спальный мешок. Тут, короче, там темп, чтобы сидеть, тут диванчик, чтобы сидеть. Заходим. Красиво как! Ну, мне лучше. Ага, тут, короче, кровать, тут, смотри, Аман Ас лежит, предатель. А почему у тебя здесь вот эти вот горшки на потолке? Это светильники, это не горшки, это японские эти, такие, знаешь. А мы... это не японские окна, не состыковочка получается, Женя, надо, все. Ничего, не... смотрите, здесь старается, тут, короче, комподактер, чаечек. А почему он на столе? А где тебе, на полу, что ли, будет? Не, серьезно, а ну яблоки, да, на полу. Яблоки, короче, вообще, друзья, оценивайте в комментариях. Ну, красиво. Ладно. Сразу, вот. сразу, друзья, оцениваете. Красиво. Короче, да, пишите, короче, комментарии. Не, может, это реально... мнение может разделяться, может кому-то Эльзе нравится. В общем, пишите в комментариях вообще, что как, подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно жмите колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И... Да, и всем пока-пока. Пока-пока. Ой, взлетела.